настоящий город. В далекие пути на берег был отпущен экипаж. И тут сутулятся, вливаясь в улицы, и клёши новые ласкает бриз. Они пошли туда, где можно без труда достать себе и женщин, и вина. А ночью в тот же порт ворвался теплоход, сияние своих прожекторов. И кортики достав, забыв про свой устав, они дрались, как дети сатаны. Но спор Кейптаун не решает Браунин, и англичане начали стрелять. Они пошли туда, где можно без труда достать себе и женщин, и вина. Ресторан, увидев англичан, французы были просто взбешены. И кортики достав, забыв про свой устав, они дрались, как дети сатаны. Но спор в Кейптаун не решает Браунин, и англичане начали стрелять. Беда пришла туда, где каждый без труда достать бы мог и женщин, и вина. Уж больше не взойдут по палубе на ют 14 французских моряков. Уйдут сюда без них, безмолвных и чужих, не будет их манить свет маяков. Не выйти в гавани, не видеть гавани, и не искать у тех на берегу. Так не ходи туда, где можно без труда достать себе и женщин, и вина. Так не ходи туда, где можно без труда достать себе и женщин, и вина.